Суда на воздушной подушке начнут переправляться по направлению Якутск-Нижнебестях с завтрашнего дня. С 202-го микрорайона будет курсировать 20 единиц техники. Цена остается прежней – 1000 рублей с человека. Во время ледостава перевозчики будут работать с пересадкой на аэроботы. В это время тариф увеличится до 2000. Такая цена будет действовать около 10 дней, пока лед не окрепнет. Сейчас с Якутска до Нижнего Бестяха и обратно ездят глиссирующие катера. Летний сезон еще продолжается у нас, но мне кажется, сегодня, может даже завтра уже встанем, потому что по реке уже шуга началась, завтра будем все дружно вытаскиваться и пойдут, значит, это СВП, воздушные подушки. У нас они готовы уже, 99% уже отремонтированные стоят, так что не будет проблем.